Кстати, все больше и больше времени у меня как-то там проводится, скажем, с мыслью о нем, да? Я уже, блин, приближаюсь к тому, что почти все время думаю, так скажем. Но думаю, так скажем, в развивающемся плане. Не просто пассивно думаю, да, статически думаю, а в прогрессивном, то есть как бы, чтобы было развитие, скажем, его развиваю. Я, короче, думаю, не приду ли я к тому, что просто 24 часа в сутки буду жить с ним. Но не в физическом мире, вот здесь. Всегда, то есть единство, абсолютное единство, вот такое, связь постоянная, то есть не прерывающаяся, да, как у меня раньше было, просто постоянная связь, это более мощно. Кстати, это, скажем, сотрудничество идет, постоянная интеграция. Знаешь, о чем? Мне даже, блядь, подтверждение не нужно, что это так. Нафиг подтверждения. Мне уже не нужны подтверждения никакие. Как время тратить на эти подтверждения? И энергию зачем это нужно?